Личные вещи Владимира Высоцкого можно увидеть в Музее геологии, нефти и газа в Ханты-Мансийске. Подлинники предоставил для просмотра всем желающим коллекционер, заслуженный деятель культуры Югры Яков Яковлев. Выставку назвали строкой из песни Высоцкого «Холодный душ из нефти» и посвятили ее 80-летию со дня рождения знаменитого артиста. Здесь есть фотографии, письма и даже его личные шайба и спички. В зале также установлен интерактивный стенд, с помощью которого можно изучить биографию Владимира Высоцкого в соответствии атмосфере. Есть легенды о том, что именно геологи рассказали Владимиру Семеновичу об открытии тюменской нефти, земля Ханты-Мансийская, которая дала эту нефть, которая дала повод для написания стихотворения и, соответственно, написания песни. Мы в наших залах слышали песни Владимира Семеновича Высоцкого. Желающие играли на гитаре, и эта гитара ждет всех посетителей музея, кто хотел бы не побренчать, а сыграть и спеть любимые песни из творчества Владимира Семеновича.